деньги нового тысячелетия, 21 века, даются людям на удовлетворение своих кайфовых желаний. Ваша задача день за днем увеличивать качество вашей жизни. День за днем увеличивать качество вашей жизни и вкладывать в себя. Пришли в этот мир, в мир изобилия, для того, чтобы перепрошить родовые программы, чтобы вашим детям было легче. Да? И ваша задача постоянно просто работать над собой и развиваться. Поэтому угомонитесь, не надо откладывать на черный день. Потому что вот представьте, как наши родители, они там бабушки, давайте не про бабушки наши и прабабушки. Был один колхоз на все село. И, конечно, ей было страшно потерять работу в этом колхозе, потому что если она потеряет там работу, высока вероятность того, что она останется без денег. Но наше время, на секундочку, вы каждый день можете менять свои работы. Понимаете? Вы каждый день можете находить новую деятельность и новые источники дохода. Посмотрите, насколько сейчас изобилен и широк мир.